За свободу, за народ. Низко поклонился. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся. Загорянском отпраздновали День поселка. Торжество приурочили ко дню городского округа Щелково, который мы отметим совсем скоро, 31 августа. Праздник «Россия, моя семья» был посвящен году семьи и русской культуре. На стадионе «Спартак» для жителей поселка были организованы мастер-классы. Свои силы можно было попробовать на интерактивных площадках, приобрести сувениры не только в торговых рядах, запечатлеть себя и других в фотозонах. Также работали аттракционы. Свое название поселок получил по фамилии дворянки сельзагорянских, владевших этой землей, часть которой они в начале 20 века распродали под дачное строительство. Загорянский был основан 112 лет назад. Человеческие ресурсы здесь очень-очень крутые, потому что здесь уже пятое поколение дачников, очень много талантливых людей, военных, режиссеров, сценаристов, художников, руководителей и просто хороших людей. В концертной программе участвовали начинающие музыканты из детской школы искусств имени Розума, вокальный коллектив «Фасоль», самобытная фолк-группа «Заря». А хедлайнером стала кавер-группа «Инь-Янь». Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.